Ugh!
¡Anda!
Bruno Fuca! Eta! Dano! Uma! Ata! Egala! Egala! Maka! Ataka! Umana! Hekala!
¡Ataca! ¡Ataca, humana! ¡Ekala! ¡Ekala! ¡Naka! ¡Ufo! Говорит президент Дэвис. Вы, добровольцы Ковчега, наша последняя надежда, наша жизнь. В ваших руках судьба человечества. Никто не знает, что ждет вас после пробуждения. Но помните, что только вы и то, что лежит в ковчегах, в силах предотвратить гибель мира. Мы молимся за вас. Удачи!
Отличная работа. Дай мне минутку, чтобы расшифровать данные. Эй, капитан, вы только взгляните! Невероятно! Да, невероятно. Именно этого нам и не хватало. Это просто ключ ко всей программе. Координаты, коды и время подъема каждого подземного ковчега. Это буквально второй шанс нашей цивилизации. Может быть, последний. Теперь мы сможем нанести удар в сердце правительства. Коды в твоем диске помогут поднять все ковчеги, которые правительство заточило под землей. Мы годами разрабатывали планы проникнуть в столицу. Цитадель зла. Но до сих пор у нас не было шанса нанести решающий удар. Если у человечества есть будущее, оно начнется сегодня. Вместе с этой войной. Первым делом нужно добраться до восточных земель. А для этого нужно пройти по охраняемому мосту. Поговори с Портманом. У него есть подходящий план. Теперь мы вдарим по правительству. Я так давно этого ждал. Ты готов? Чтобы пересечь мост и попасть в восточные земли, нужно отключить генератор, питающий систему безопасности. Фокус в том, чтобы подобраться к мосту по ущелью, а затем подняться на лифте. Это непросто. Зато сможешь взорвать генератор ко всем чертям. Я дам тебе взрывчатку. Только доберись до ущелья живым. Понятно? Так-то. Правительство перегородило северный выход из ущелья. Как только взорвешь его, они поймут, что ты близко. Не теряй ни секунды. Как можно скорее доберись до моста по ущелью. Мы откроем дорогу в восточные земли и столицу, уничтожив оборону моста. Вот это находка! Координаты и коды оставшихся ковчегов! Должно быть, ты и есть ключ к программе «Ковчег». Если мы... Я и мечтать не мог увидеть коды и координаты оставшихся под землей ковчегов. Их даже больше, чем я надеялся. Если мы сможем поднять эти ковчеги, ход войны изменится. Я скоро расшифрую протокол безопасности правительства. Это даст нам шанс забросить тебя в столицу. Транспорт нужен? Мы готовы. Ладно, вперед. Посмотришь на мои товары? Welcome back. Technically, I was about to save myself. Do I look fat in this? Remember when I took that giant scorcher down?
Technically, I was about to save myself.